Летом 1911 года дачники, живущие около второй просеки, обратились к Самарскому товариществу легкого пароходства с просьбой перенести пристань от четвертой просеки ко второй в целях большего удобства сообщения. Для этого товарищество обратилось к городской думе, которой теперь и предстояло решить, переносить или не переносить. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».